Впереди стоит паровоз. Что-то там люди смотрят, что-то залезли. Залезли на клумбы люди зачем-то. Что-то смотрят. Там, наверное, на территории части что-то происходит. Что там происходит? Там выставка техники и что-то вон на столах тоже оружие, наверное, какое-то разложено. Что они все фотографируют, не пойму. Чего люди ждут, непонятно. Отойди от края. Очень много людей. Вот это снимаю.
Очень много людей, очень много людей. Во Владивостоке сегодня тепло. Люди снимают куртки, ходят в футболках некоторые. Индусы ходят, наверное, студенты. Что-то... А, Адмиральский сквер все-таки перекрыт. Подводная лодка С-56, музей.
даже у меня одна фамилия есть. Вот бабушка одна, а тут одна не знаю. Я тоже одна. Вот, Thank you.